Здравствуйте, с вами я, Вадим Терепенников. И я веду эту этот видео с моей комнаты. Ну, можно было сказать, это учебная комната. Ну что ж, короче, я хочу сказать, что съемки «Человек-паук. Ежедневник» закончился. И я буду очень стараться, чтобы фильм вышел. А пока ждите 5 ноября. Потому что туда надо немного подправить. И музыку добавить, и титры. Ну, в общем, все дела. Короче, ждите 5 ноября в кино «Человек-паук. Ежедневник». В кино с 5 ноября.